хочешь такое количество гемов и такой вот себе инвентарь, тогда, ребята, если мы наберем 3000 лайков под этим видеороликом, то я разыграю все свои гемы, а также весь свой инвентарь Pet Simulator X. И если под этим видеороликом будет один незалайканный комментарий, то этот человек получит вот такого золотого Huge Pumpkin кота. Так что, ставим лайкосики, набираем 3000 лайков, и я сразу же разыграю весь свой инвентарь и все свои гемы. Спонсор сегодняшнего ролика выступает сайт RBX3. Сайт, где робоксы всегда в наличии, а выполнены очень надежные. Благодаря мелкому трансферу на RBX3 вы получите свои робоксы в течение 5 дней. А для тех, кто не знал, у RBX3 есть свой телеграм-канал, где часто проводят конкурсы на бесплатные робоксы для всех. Переходите на сайт и на телеграм-канал по закрепленной ссылочке в комментариях или отсканируйте этот код-код. Переходите как можно быстрее. Ребята, всем привет, и вы на канале Дабот, и у нас вышло новое обновление в Pet Simulator X. У нас добавили Lucky Blocky, новое яйцо, Huge Lucky Pet, Trading Bots, ребята, добавили у нас Auto Enchant, нового Huge Питомца, и много-много чего интересного. В этом видеоролике я вам расскажу, как получить нового, бесплатно и очень-очень быстро, нового Huge Питомца. Ну а перед началом нового видеоролика ставь лайк, подписочка и колокольчик, а мы теперь начинаем. Всем приятного просмотра. Ну и вот, ребята, давайте я вам, в принципе, сейчас расскажу и покажу, что у нас, что и кого. Давайте, ребята, сейчас сразу первым сделаем, зайдем мы, короче, в индекс и посмотрим новых питомцев. Так, значит, короче, сделаем тише музычку, потому что вот так вот. Смотрим, ребята, вот новый хьюч питомец. Вот, ребята, в принципе, новый хьюч питомец у нас был. И теперь, ребята, смотрите, как, короче, в принципе, за очень-очень быстрое время выбить вот такого хьюч питомца. Так, опа, голден далматинец. Зачем он мне этот голден далматинец, ребята? Давайте, короче, еще раз кушу, посмотрим, знаете, что. Смотрите, короче, да, сейчас снимем всех пэтов своих. Так, активируем бустики. Так, вот эти бустики. Дальше хочу посмотрим, нас добавили мификов новых или нет. Так, смотрим. Так. Смотрим, ребята. А где мифика? Подождите, новых мификов что-то не добавили? Кажется, да, ребята, новых мификов у нас не добавили. Смотрите, ребята, давайте я вам, короче, расскажу способ, как выбить вот этого нового хьюч питомца. Вы, в принципе, можно его даже два способа, в принципе, выбить. Смотрите, ребята. Нам тут даже не надо тратиться, не тратить свои гемы, не тратить своих питомцев, ну, точнее, не тратить свои коины. Просто открывать вот это, как у нас было, хьюч ястером. Просто так направляете пэта, он просто ломает, а вам, опа, выпадает, например, вот такой питомец. А теперь это давайте, короче, перепрыгнуться в последнюю локацию, там, по-любому, тоже спавнится вот эти все яйца, точнее, вот эти вот лаки-блоки. Давайте сейчас все наденем. И вот, ребята, да, у нас, вот, давайте, тут лаки-блок заспавнился. А сейчас, блин, ёкарный бабай, как его ломать? А че, короче, знаете, что сделаем? Сейчас я, короче, пэта самого топового надену и посмотрим, за сколько я, в принципе, буду их ломать. Ну и вот, ребят, смотрите, короче, я надел все своих питомцев самых крутых. Давайте, короче, смотрите. Давайте мы, короче, поломаем вот этот где-то, где синий лаки-блок, ребята. Смотрите, как, короче, выпить этого хьюч питомца. Вам нужны просто заюзать бусты, ребята, и вот так вот, в принципе, ходить и ломать вот такие вот, в принципе, лаки-блоки. Так, мне, короче, вот эта штука выпала, шняга, вот эти вот бусты. Зачем мне эти бусты? Мне нужны, в принципе, ребята, и снова какие-то гемы. Мне нужны хьюч питомцы, ребята. Мне нужны хьюч питомцы. Зачем мне вот эти вот гемы? Так, вот, опа, Golden Hydra Cat. Так, нам это не надо, ёкарный бабай. Давайте сейчас попробуем найти синий. А сейчас, короче, это все поломаем. А, нет, мы долго это будем ломать. Так, лаки-блоки. Вот эти бусты получил. Так, что я получил? Rainbow Coin. Так. Ну, блин. А где, подождите, ребят, нам, короче, смотрите, нам, чтобы выбить этого хьюч питомца, нам нужны не вот такие вот лаки-блоки, а нам нужны большие или розовые лаки-блоки, или синие лаки-блоки, чтобы выбить этого питомца. И есть шанс, что вы выбьете хьюч питомца. Ну, ребята, самый мизерный шанс, то да, вы тут тоже можете выбить хьюч питомца, но очень-очень мизерный шанс, ребята, что вам он выпадет. Вот, в принципе, вот такие вот дела. И вот так просто бегайте, юзайте бусты и открывайте вот эти все лаки-блоки. Просто так, ребята, вот так, если что, в настройках вот так Pet Setting Single. И просто так, ребята, вот так ставите. Вот так вот. Вот так вот. Потом будет спавниться лаки-блоки. Их ломаете. И так просто ломаете монетки. Опа. И есть шанс, что выпадет, в принципе, вам хьюч питомец. Это очень-очень, в принципе, большой шанс, ребята. Вот просто так ломаете. Вот так, когда будут сломаться все. И вот, в принципе, лаки-блоки будут спавниться. И вы сможете их, в принципе, фармить. И так, возможно, и выпадет хьюч питомец. Ну, а если понравился видеоролик и способ их получения, для лайк, подписочка и колокольчик. А мы тебе прощаемся. Всем пока-пока.